Тут односторонка. А ты чё так разговариваешь? Ты нормально разговаривай. Убери машину, дай проехать. Ты разговаривать нормально научись, слышишь ты? Ты будешь папу своего учить, слышишь ты? И маму свою. Машину уберите. Дайте проехать. Что за дебилы? Еще это грубо сразу так начал разговаривать. Я-то молчал, сидел, пока вы не пришли. А я сидел, молчал. Добро пожаловать. Да тут односторонка, тут нельзя ездить в эту сторону. Через весь двор, представляете, как? Спусти туда вниз машину. Тебя нормально просят. Ты что делаешь-то, назад, творишь? Дай. Назад сдашь нормально. Все здесь дают. Неужели, блин, нельзя? Ну, тоже, блин. Машину спусти туда вниз и все. Ты быстрее шевелись, что ж ты тратишь свое время. Я вообще в шоке. Ты машину машина спусти сломалась, туда. Машина сломалась, колесо спустила, сорян. Никак не проехать, сейчас габарит отключу. В натуре. Бараны.